Солнечная девочка Лина Романова с неподдельным интересом наблюдает за происходящим. В областном художественном музее открывают фотовыставку, как все. Герои снимков – сегодняшние гости и зрители, те, чьи будни наполнены постоянным трудом, просто для того, чтобы жить. В торжественном мероприятии для каждого из них свой особый смысл и интерес. Ну, конечно, она, во-первых, видит всех своих друзей, с кем она общается, учится в школе, да, она видит себя и видит труды именно ее вот этого актерского мастерства, потому что она старалась, когда ее снимали, она понимала, что это будет выставка, что это надо красиво выглядеть, это надо на камеру немножечко поработать, она это очень любит. Быть в обществе обычных детей не просто важно, а необходимо для каждого солнечного ребенка. Именно поэтому Лину уже в 5 лет повели на занятия хореографии, где она очень быстро стала красиво и правильно танцевать. Сейчас девочка успешно учится в школе «Надежда». Практически все семьи, имеющие детей с синдромом Дауна, могут также много поведать о необыкновенных талантах своих детей. Здесь же за них говорят фотографии. Я, правда, не ожидала, что такие солнечные будут фотографии. Мы говорим «солнечные дети», а мне кажется, это вообще солнечные семьи. Потому что вот эта эмоция счастья семьи, не ребенка, а семьи, которая нашла возможность рассказать ребенку о внешнем мире, нашла возможность рассказать внешнему миру о своем ребенке. Вот такое вот соединение. Вот у меня мурашки до сих пор, наверное. Я очень рада, что это мероприятие состоялось у нас в музее. Выставку, как все, придумала и организовала Татьяна Ковач, мама солнечной девочки Мирославы. Идею удалось реализовать 2 года назад. Теперь же выставка движется дальше, обрастая новыми работами. Это как ребенок, который растет, развивается, изменяется. Но это пока все моя инициатива, как частного лица. Потому что мне само это интересно, и я понимаю, что для общественности тоже это нужно. За 2 года экспозиция успела побывать в разных местах. Снимки увидели в школах, социальных центрах. И здесь же, на мероприятии, родилась идея о новом творческом проекте – музыкальном. Вера Рудакова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ.